Всем привет! Я надеюсь, трансляция не пропадет. Надеюсь, не будет ничего зависать. Мы идем к Антону из Франции. Блин, а вдруг мы спалим, короче, где он живет? Короче говоря, сейчас мы спалим, где он живет, и ломиться к нему все. Чтоб машины бы нас не сбили, и вообще было бы классно. Вот. А так мы в Москве ищем квартиру, чтобы переехать сюда. Вот, я хотел показать Томе это. Короче говоря, нельзя пока. Да. Короче, так получается стрёмно, что мы вроде как идем к Антону из Франции, а вроде как и палить нельзя, где он живет, а то побегут все к нему, короче, такие. Вот, время уже сколько? Первый час, а вы не спите. Почему? Серьезно. Притом я уверен же, что многие из вас вообще из других городов, где там время сейчас уже часа два ночи. Может быть, даже три. Вот. Несмотря на то, что на улице холодно, я ем мороженое. Вот. Конечно. У нас 11 часов, да ладно, это как у вас так 11 часов? Это у кого у вас? Это у кого это у вас вот так 11 часов? Не может быть. Я не верю. У нас не 11. У нас час уже. Я и говорю, у нас не 11. Ну да. То есть на 2 часа разница, как так? А, из Украины. А, 2 часа разница, да, все верно. Из Украины. Вот. Минск, 12.30, 4.30. Блин, у меня... Что там? Да, как вас? Ну там была такая хрень. Ну что, я слепой, что ли, там? Боже, все, извини. Вот, я вижу впереди... Вот она, видите? А что, таких зданий в Москве штук 7. Я вот таких. Да, вот это то, которое здание, которое ты сказал, что типа... Блин, мы до него могли пешком дойти, это же то же самое. Нет, это не оно. Короче говоря, аккумулятор.